сегодня мы будем шить вот такую вот звездочку из обыкновенной майки. Вот такой на лямочке. Дальше я покажу, какая она будет у нас с другой стороны. Итак, сейчас я вам объясню, как я начертила вот такую звездочку. Еще раз повторюсь. Кто не смотрел сначала видео, так мы делаем подушку звезда. Изначально надо сделать выкройку. Вот я начертила вот такую вот звезду. Для этого три листа А4 формата. Я их склеила вот таким бумажным скотчем. Два вот так листочка и один поперек вот так. И как можно больше сделала звездочку, чтобы была подушечка такая мягенькая, большая и красивая. Сейчас я объясню, как я это все делала. Так, вот я взяла циркуль, но я уже объяснила, как я склеила листочки, и потом вырезала ее. Так, вот беру циркуль, я в маленьких пропорциях сделаю, провожу циркулем произвольно, ну как вам надо размер. Я, конечно, вот этот циркуль вот так вот развернула, у меня была большая окружность, большая звезда. Ну сейчас я вам на маленьком примере покажу. Вот я провела окружность, конечно, вам видно, что я тут проводила вот окружность, провела циркулем. Так, теперь прочерчиваем диаметр, радиус. Можно один радиус просто прочертить. Так, вот у меня окружность с радиусом, да? Дальше что я делаю? Вот от этого радиуса мне нужно отмерить 72 градуса угол. Ну, кто помнит, как это отмеряется, тот помнит. Ставлю дырочку, серединочку, этот постараюсь все это заснять, от этого радиуса и от точки, от которой мы чертили круг, центр окружности, отмеряем 72 градуса. Ставим точку. И проводим линию. Потом от этой линии отмеряем еще 72 градуса, еще 72 градуса и еще одну линию проводим. Это очень простая схема, начертить звезду называется. Так, и снова от этого радиуса проводим 72 градуса. Ставим точку 72 градуса и снова проводим радиус по окружности. И от этого же радиуса по новой ставим транспортир и проводим еще 72 градуса. Так, и проводим еще один радиус. Вот у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5 радиусов. И просто эти точечки, вот, которые получились у нас с соприкосновением радиуса на окружности, не знаю, как они называются, теперь их просто соединяем через одну. Видите, одну точку я пропускаю, эти две соединяем. Опять одну точку пропускаю, эти две соединяем. Одну точку пропускаю, две соединяем. Вот так вот.
опускаем, соединяем через одну, в общем, соединение. И вот в итоге у нас получилась звездочка. Теперь, естественно, мы ее вырежем, и будет у нас выкройка. Я уже ее вырезала, но у меня получилась вот такая довольно-таки большая. Так, дальше у меня есть вот такая вот маечка. Уже заношенная, затаскиванная, плохая, в общем. Носить ее не буду. Я ее раскладываю. Это и будет моя звезда. Вот такая маечка. Сейчас мы ее вывернем наизнанку и перенесем нашу звездочку на эту майку. Даже я, наверное, увеличу выкройку, потому что еще много места. Чуть-чуть с припуском сделаю, чтобы звездочка была побольше и хотелось бы вместить буковки хотелось бы вместить на эту звездочку. Ну ладно, сейчас сделаю выкройку, а то так снимать неудобно, и к вам вернусь. Вот хочу показать, что я немножко вот отступала, немножко там где по 2 сантиметра. По 2 сантиметра отступила. Ну и на швы бы надо. И так чуть больше сделала, в общем, звездочку, чем позволила мне бумага. Теперь это все надо вырезать. А, ну, на другой стороне, ну, это же две половинки будут. Надо две половинки, в общем, вырезать. Ну вот, я вырезала. Так, теперь вот эти вот штучки надо прорезать прям вот до этого стыка вот этих вот полосочек. Вот эти вот штучечки прям вот сюда прорезать. Прям чик, ножничками. Сейчас все это прорежу. Наполнить ее чем-нибудь. Я буду, наверное, наполнять синдипоном. Вы можете, конечно, чем угодно наполнить. Ну, теперь уже вернемся тогда, когда я все это прошью. И вам все покажу. Так, ну вот, как и обещала, я прошила. Вот тут вот оставила, наверное, маленький отверстие маленькое. Ну, так вот она мне стала выглядеть прошитая. Сейчас будем ее выворачивать и наполнять. Чем душе угодно. Ножнички вставляю. И уголочек этот. Стараюсь его выровнять. Вот так, чтобы он был остренький. Вот так, максимально остренький. Потому что это все-таки звездочка. По задумке была. Пустая звезда еще. Сейчас будем ее наполнять. Вот такую звезду. Еще можно будет ей. Ну, оставайтесь со мной, я объясню, что можно будет ей еще сделать. Так, вот я наполнила подушечку, уже зашила ее. Вместе зашития сделала вот такую вот лямочку. Вот такую лямочку на руку можно повесить. Такую вот подушечку сделала. Вот, вдали. Ну, такая вот
лямочка. Можно ее даже повесить. Хотите, лямочку пришьете вот сюда куда-нибудь наверх. Я сделала вот здесь. Как бы. Вот так. Сейчас мы ее будем, ну как сказать, преображать. Потому что моя доченька попросила сделать ей глазки и ротик. Вот с этой стороны мы сделаем глазки, ротик. Может, носик, глазки. Что-нибудь сейчас придумаем, из чего это все делать. Я вам, конечно же, покажу. Так, вот я вырезала глазки. Тут мы их примерим на нашу звездочку. Глазки я нарисовала сама. Вот так вот. Вот так вот они у нас будут на звездочке. Вот так вот они у нас будут на звездочке. И ротик такой. Ну, глазки вот так чуть-чуть. Такие вот глазки мы сделаем, наши звездочки. Вот так вот. Их надо еще вырезать из материала, какого мы еще сейчас посмотрим. Вот такая вот у нас звездочка. Глазки мы сделаем. Вот так, такой белый. Ткани. Так, глазки сделаем двойные и выпуклые, чтобы они у нас были. Значит, надо 4 раза вот так вот обвести. Изнаночки надо что-то все сделать. Швы на припуске. Потом мы их наполним синтепончиком также. Глазки наши. Четыре глаза, как надо. Четыре глаза, как надо. Вырежем. Чуть-чуть припуски нашего оставляем, чтобы нам это все сшить. Есть 4 штучки. Они будут у нас выпуклые глазки. Плоские выпуклые глазки.
и вырезали 4 глазика. Сейчас мы их изнанкой друг друга просто сшиваем. Вот так вот сошьем их. Ну, продолжать дальше. Так, вот я прошила. Сейчас буду наворачивать. Оставляйте тут побольше места, потому что будет вот мало, тяжело вывернуть. А, да, я еще вставила прослоечку тут небольшую. Как бы веки сделала лапком. Так, вот так вот это надо делать, теперь вывернуть. И эти глазки вывернуть. И симпатичку, вот у меня такой кусочек небольшой, плоский. Здесь сейчас из него я буду наполнять. Вот так вот глазенько отсюда. Ага, вот. Осталось их наполнить синтепончиком плоским. Вот чуть-чуть сейчас разомну, чтобы мягенькие были. Вот так прям сюда и запихнем. Надо было сразу крашить синтепончиком, но я что-то прям не подумала. Смотрите, не учитесь на ошибочках. Главное, чтобы они чуть-чуть прям формочку держали, глазки наши. Не сильно такие прям, чтобы мягенькие были, чтобы хорошенькие. Так, кончика на вторую. Вот я нашла вот такие вот пуговки черненькие, мы их уделаем вот сюда. Можно вот сюда, потом вот так вот открывать. Можно вот тут вот их внизу сделать. Ну это уже вот на ваше усмотрение, как вы сделаете. Мы возьмем ниточку. Ниточку возьмем. И постараемся решить наши глазки. Сначала нам, конечно, надо вот это вот все зашить, потом мы пришьем глазки. Не запишем. Так, вот мы сейчас будем пришивать. Ротик мы еще не сделали. Пришьем глазки. Сейчас, так, тихо, не кричи. Видишь, мама что делает?
Вот такие вот у нас будут глазки. Вот надо просто установить, как их сделать. Повеселее или погрустнее. Мама, мама, мне тоже такое! Или подурнее. Мама, мне тоже такое! Так, вот сейчас будем вышивать. Мама, вот сюда, сюда, вот сюда. Don't stop.